Всем привет! Я, в общем, очень-очень-очень сильно хочу спать, потому что я не выспалась. И вот решила зайти в прямой эфир, чтобы хотя бы с вами поговорить, потому что я жду Сашу. Вот. Я очень хочу спать. Хотела попить чай, но понимаю, что этот чай еще и расслабляет с ромашкой. Я все-таки попью. Привет, привет всем. Хахаюшки. Не накрашенные. Мне прям очень хочется спать. Мало того, я ночью ходила гулять с собакой, потому что он скулил. Поэтому я очень не выспалась. Давайте, что ли, поболтаем. Завтра понедельник. День тяжелый. У меня такие глаза дикие прям. Чувствую, что они у меня болят. Неожиданно яркий маникюр, да? Для зимы. Привет, скажи, как куда забрали? Да, жвачку жевать можно. Желательно после еды, не на голодный желудок. Ну и не более там 5 минут. 10 минут не надо больше жевать ее, потому что чрезмерное выделение, во-первых, идет желудочного сока, а так, в принципе, да, можно, тем более, что удалить частички пищи из зубов самое то, если нет возможности почистить зубы. Привет, привет! Ну вот, Саша написал, что будет через 10 минут. Ура-ура! Ура-урашеньки! Привет, Оксана, привет! Ну вот, Саша спрашивает, до скольки красно-белый работает. Интересное кино. Странный вопрос, не правда ли? Кто-нибудь знает? Красное и белое. Шоколад. Проезд Шакальского. До 10 работает. Нет, до 10 написано. На Шакальского до 10. Я только что посмотрела. У меня прям глаза, я прям засыпаю. Вообще. Расскажите что-нибудь. Спросите у меня что-нибудь. Заставьте меня что-нибудь рассказывать. Мы писали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем и опять начнем. А вы в детстве тоже так делали? Вот так вот делаешь? И засасываешь, как бы воздух в себя всасываешь, и вот так потом так отлепляешь кружку от рта. Или только я так делала? Но мне казалось это так забавным, периодически очень больно. Как ремонт? Ремонт нормально, переезд, думаю, месяца через 2, может быть, через 1,5. Можно ли пить воду с чайной ложкой уксуса яблочного? Зачем? Ну, вообще, я считаю, что такие продукты, как яблочный уксус, просто уксус, лимонная кислота и так далее, на голодный желудок – это лишь провокация выделения желудочного сока, вот, поэтому я против.
аппетит отбивает. Но я не знаю, первый раз слышу такое. Сухое обезжиренное молоко можно или нет? Смотря в каком виде. Масло льняное полезно утром натощак. Ни в коем случае, это огромное количество, огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, на поджелудочную железу. Плюс подобные процедуры, они вызывают эффект слабительного. То есть мне многие говорят, что вот я там начала пить масло натощак, у меня стул хотя бы наладился. На самом деле это то же самое, что если бы вы каждый день пили слабительное. После отмены любого слабительного или любого вот так вот, любой процедуры типа масла по утрам натощак, у вас идет обратный эффект, то есть потом будут очень сильные запоры. Вот, поэтому не советую. Молоко порошковое от Фитпарат. Смотря что еще в составе, потому что Фитпарат добавляет очень много всякой гадости. Если порошковое от Фитпарат, ну, смотря в каких целях вы будете его употреблять. Если с кофе, то я не советую. Я советую кофе чистый пить. Если добавлять, например, какие-нибудь рецепты, можно. Пью бодро. Ну да. Масло нужно, но масло нужно добавлять в овощные салаты желательно. Можно заправлять крупу после приготовления, но ни в коем случае не натощак. Вот, и ни в коем случае не пить вот так вот просто масло. Я против добавления в кофе молока, потому что, во-первых, оно молоко обволакивает продукты, препятствует усвоению данных продуктов. Ну и, в принципе, молоко довольно тяжело для переваривания и усвоения, если его употреблять с чем-либо. А сколько можно творога в день, йогурта греческого? Все зависит от того, какое количество у вас белка за день уже было съедено. Вот, какого рода белка съедено, в принципе, растительного или животного. Вот. Ну, естественно, общая калорийность рациона. Сливочное масло очень полезное. Желательно выбирать сливочное масло 82-5%. Можно больше, можно топленое масло, но не меньше 82%. Какой у вас рост и вес? На данном этапе, рост 160, вес 62,2 утром был, вечером 61,9, где-то так. Вот. Так, на сушке молочку можно, я не знаю. Если про похудение, то нужно кисломолочные продукты употреблять обязательно. Не добрала днем калорий 300, от голода перед сном уже аж голова заболела. Если поесть хлебцы, курни, ничего страшного. Лучше белковые продукты. Вы можете выпить стакан кефира или съесть белок яйца, или съесть немного творога. 87 грамм белка – это много на калорийность 1100. 1100 – это очень маленькая калорийность рациона. 87 грамм, смотря какой у вас рост и вес. Мне веки называется. Вообще, мне кажется, что я завтра вот такая же встану, не выспавшись. Вообще. Даже кажется, у меня глаза красные какие-то. При другой калорийности набираю, так как на гормонах. Не верю, правда. Или неправильно подобранные гормоны, что вряд ли, или неправильно рацион расписан, вот, потому что, в принципе, я просто сама как бы сидела на гормонах, все было нормально, мне просто нужно было чисто питаться, вот, но как только я начала стимулировать овуляцию, то да, вес пополз вверх, но на гормонах, в принципе, возможно не набирать и, возможно, даже похудеть, то есть я, сидя на гормонах, в принципе, даже худела. Вот, мне начались проблемы с весом только после стимуляции овуляции. Поэтому я думаю, что вам, наоборот, нужно изменить немножко ваш рацион. Плюс, если вы как бы употребляете гормоны из-за нестабильного цикла или, например, отсутствия месячных, то понижение калорийности рациона влечет за собой еще большие проблемы с циклом.
Видно, как часто можно есть при похудении. Ну, 1-2 раза в неделю по 50-100 грамм. За час-два какие можно есть продукты перед тренировкой? Вообще, в принципе, любые, главное, не тяжелые. То есть это не должно быть красная рыба, красное мясо. Они довольно тяжелые в переварении. Орехи тоже могут быть тяжелые перед едой, ой, перед тренировкой. Вот, а так, в принципе, любой прием пищи, который у вас есть. Вы пытались забеременеть? Да, на прогестероне набираю. На ок худею. Гормоны изотолимый полип. А, ну, может быть. Ну все, в общем, Сашка приехал. Всем пока-пока. Спасибо большое, что скрасили мое одиночество и не дали мне уснуть. Всем пока.